очень часто спрашиваете, где же я покупаю свои книги. И, наверное, уже около полутора лет я отвечаю, что в Лабиринте. Но я задумалась о том, что я никогда не рассказывала, почему именно я заказываю книги в этом магазине, и почему мне нравится Лабиринт, и почему я постоянно беру книги только у него. Наверное, для тех, кто смотрит меня с самого первого видео, будет не секрет, что я покупала когда-то и в Озоне, и в обычных магазинах, и пробовала другие электронные аналоги наших обычных магазинов. Но, наверное, человек, который по-настоящему любит себя и любит покупать книги, всегда будет искать место, где будет подешевле и, самое главное, поудобнее. И самое первое, за что я люблю Лабиринт, это его, конечно, быстрая и удобная доставка. Могу сегодня заказать книги и с уверенностью скажу, что завтра они будут уже у меня в руках. Один день. Раньше, когда я заказывала в других магазинах, мне приходило дней по 10 ждать, прежде чем книжечки окажутся у меня в руках. И, конечно же, вы понимаете, что для истинного книголюба срок, когда заветные книжечки окажутся у него в руках, действительно важен. Ну а если вдруг что-то случится и книжечки задерживаются, то вас обязательно об этом предупредят. По крайней мере, мне постоянно приходят письма на электронную почту о том, что извините, но ваш заказ переносится на один день. И, наверное, что еще немаловажно отметить, то что очень часто мне писали, что им приходят книжки в каком-то потрепанном виде, неправильно упакованные. Мне всегда приходят книги специально упакованной пленки, и человек, который мне их выдает, самолично все это раскрывает и проверяет. Но если даже в книжке образуется какой-то брак, то, скорее всего, она до вас даже не дойдет, потому что у меня очень часто так бывает, что приходит письмо и говорит, и там написано, что данная книга не войдет в ваш состав при получении, потому что в ней был обнаружен брак, и, конечно же, денежка за эту книгу мне моментально перечисляется на личный счет. Вторая причина – это, конечно же, ежедневные скидки. Ежедневные в том смысле, что я еще ни разу не видела на Лабиринте того дня, где какая-либо скидка не работала. Скидки на издательство, скидки на определенные книги, какие-то промокоды, секретные слова, миллион возможностей купить книги подешевле и, самое главное, подешевле. Сюда также можно быстро приплюсовать и третий пункт, за что я люблю Лабиринт – это постоянно какие-то подарки. Начиная от сумок, закладок, блокнотов, заканчивая тем, что опять-таки те же самые скидки, но именно на те книги, которые ты, например, уже просмотрел или положил в свою корзину. То есть умный сайт, он генерирует и смотрит, что же ты просмотрел, может быть, какого-то определенного автора, и потом через какое-то время может выслать тебе на электронную почту уведомление и скажет: вот вчера ты просматривал вот эти книжки, а не хочешь скидочку на них? Это безумно приятно, согласитесь. Отсюда опять-таки вытекает четвертая причина, почему я люблю Лабиринт. Большинство книг можно найти именно там. И, наверное, еще маленький плюс то, что иногда книжки появляются в Лабиринте намного быстрее, чем в других магазинах. Так, например, книги Барбары Шер я покупала у них намного раньше, чем они появлялись в обычных магазинах или в других аналоговых электронных магазинах. И это действительно очень приятно, прочитать книгу намного раньше, чем ее прочтут другие. Пятая причина, почему стоит любить Лабиринт, это интересный и живой сайт, на котором все, кто там присутствует, люди, которые покупают книги, может оставить на них рецензии и за это, кстати, тоже получить какой-нибудь бонус, либо в виде с той же самой скидочки, либо какого-то рубля. Можно поучаствовать в составлении подборок, поучаствовать в конкурсах или во флешмобе, например, где ты сфотографируешь со своей любимой книжкой и твоя фотография появится на главном сайте. Вот это были мои 5 основных причин, почему же я так люблю Лабиринт и почему я постоянно говорю, что я на нем покупаю и не спешу на самом деле искать какие-либо другие сайты. Первое, потому что он удобен. Второе, то, что там всегда можно найти то, что почитать. Можешь почитать отзывы людей, которые напишут, хороша эта книга или не хороша эта книга. Можно найти то, что уже, может быть, даже давно не продается в других магазинах. У меня бывали такие случаи, я находила. Поэтому расскажите, какие, может быть, магазины вы любите, или, может быть, вы тоже любите Лабиринты, напишите, за что вы его любите. А также 22 апреля, как вы знаете, состоится Библионочь, и по этому случаю в Лабиринте целую неделю будут скидки аж до 30%. Так что, я думаю, вы знаете, где я окажусь в эту неделю. Я буду в Лабиринте накупать много-много книжечек, и на этом все. Всем книг!